Документы ваши можно, пожалуйста? Уважаемый, сейчас ваш телефон разобьем. Слышь? Запрещается снимать сотрудников милиции. Кем? 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 Кто мне запрещает? Уважаемый. Кто мне запрещает? Не, я не буду. Вы просто в Крыму. Не. Кто мне запрещает? Дай мне телефон. Кто мне запрещает вас снимать? Да. Руки уберите. Кто мне запрещает вас снимать? Инспектор, подходите. Причина остановки. Суетского нового правопорушения. У нас 9 пункта. Одному из 12 причин остановки. Сейчас другой антилюк заходит. А также спецоперации. Для проверки документов на право для користования транспортных засобов. Кем подписано? От какого числа? Все по форме. Приказ 3 единицы. Прочитайте и все поймете. Приказ 3 единицы для вас. Пожалуйста. На основании какого? Товарищ, я вам еще раз повторяю. Это я вам еще раз повторяю. Вы отказываетесь предъявить мне свои документы? Я, во-первых, отказываюсь, что вы остановили меня в неположенном месте. Это плотина. Нельзя здесь вообще никого останавливать. Вы заехали в шлюз. Какой шлюз? Шлюз там, молодой человек. Вы заехали в шлюз. Какой шлюз? Вы сейчас находитесь не на проезжей части, правильно? Вы меня там, где останавливаете? Ваши... Скажите, а? Где вы меня останавливаете? Я вам уже объяснял, товарищ, документы свои предъявите, пожалуйста. С чего? На каком основании? Я ничего не нарушал. Я вам уже объяснил. Это я вам объясняю, с чего они угадают? Лезут в руки, зачем вы лезете в машину, я не понимаю. Сейчас проходит операция. Я понимаю, что зачем руками лезть? Зачем лезть руками? Снимать, чего? Снимаю. Почему? А за какие дела вы фиксирую снимаете? Все, что касается моей личности. Что значит, с каких дел? Я нормально говорю. Я тоже, я нормально. А я плохо говорю? Да. Как вас зовут? Я не по-нормальному говорю? Водите. Саша меня зовут. А, по отчеству. Просто Саша для Александр, вас. Александр, предъявите документы, инспектор и посмотрит. И... Ребята, дальше. Нет, так дело не делается. Так не делается. Что значит, он посмотрит? Что значит нельзя снимать? А что значит, я сейчас тебе телефон поломаю? Что это за разговор? Нельзя, что это за разговоры такие? А вот так это, есть у нас 12 причин остановок, есть закон у нас, ребята. Право дорожного движения есть в машине? Давай, это есть. Вы что думаете? Просто так, что ли? Посмотри. Включи вот этот мне тоже, пожалуйста. Включи мне здесь. Тебя точно снимают? Посмотри тут. Отлично. Скажите, кто вас так учил разговаривать? Кто вас так учил разговаривать? А? Что я с мужчиной с тобой пообщаюсь? Со мной по-другому пообщаюсь? Добрый это как? День. Как вы со мной по-другому? Сержант милиции. Сержант милиции. Скажите, пожалуйста, вы разве не видите, что здесь что? Творится? Это милиционеры с вами работают? Ну, они же вам представились. Ну, вот я не знаю, вот этот, это милиционер, вот это? Они представились вам? Нет. Если они к вам обращались, то... Это милиционер? Я задаю вам вопрос. Это наряд с вами милиция? Вы понимаете, я к вам подошел, к вам представился. Включи здесь. Я к вам представился. Так, давайте, вы либо со мной говорите, либо телефонами там занимаетесь. Давайте либо я буду решать, как я буду делать, а вы либо будете не нервничать, хорошо? Нет. Нет, мы с вами да. разбираемся по данному... Правильно. Еще мы не... По существу. По существу? Если не разбираемся, тогда все, я вам желаю счастливого здоровья. Не, ребяточки, я уже так просто не уеду. Вы что? Что? Я говорю так просто. Так что случилось, вы мне объясните. Возьми, пожалуйста, вот это и с машины отсюда снимай, понял? Что случилось, вы мне объясните. Я ехал, меня остановил инспектор. Ну. Подошел ко мне. Да. Потом подошли вот эти люди. Начали угрожать мне, что они меня вытащат с машины, что они разобьют мой телефон. Чего сломают. Вы милиционер? Я могу увидеть ваше удостоверение? По первому требованию удостоверение. Сейчас, секунду. Да, я уважаемый, я прошу вас. Предоставить мне служебное удостоверение, если вы являетесь сотрудником милиции. Без чего? Это с вами люди работают или нет? А? Это с вами работают люди? Да. Как вас зовут еще раз? Ваше удостоверение? Я вам уже представлял. Давайте вызывайте старшего сюда, вашего по городу. Будем сейчас решать вопрос о вашем поведении. На камеру пока не надо снимать удостоверение. С чего? Ну потом... хорошо, вот давайте, показывайте, предъявляйте. Куралев Александр Владимирович, инспектор ДПС, 16.05.2014. Отлично. Еще раз теперь давайте. Суть скойного правопорушения, причина запрета. Я вам уже повторял. Я вам в который раз повторяю. Вы отказываетесь мне предъявить свои документы? Ну, чего вы так нервничаете? А? На законных основаниях. Я так просто не отказываюсь. Только на законных основаниях. Я вам объяснил причину вашей остановки. Предъявите, пожалуйста, ваши документы. Вы обязаны, согласно правилам дорожного движения, предъявить сотрудник милиции. Хорошо. А вы, как сотрудник милиции, обязаны защищать граждан Украины. Коим я являюсь. И если мне люди в форме угрожают, что они сломают мне телефон, они вам и не вы угрожают. Так, послушайте секундочку, у меня есть видеофиксация. И вытащат меня с автомобиля, вы как представитель власти должны реагировать. Вы можете отреагировать? Я? Нет. Я вам говорю, документы ваши. Я не слышал, что вам угрожали. Я вам говорю, что мне угрожали, у меня есть видеофиксация. Ну вот, пожалуйста, покажите мне на видео вашей фиксации, что вам угрожали. Инспектор, ну как-то вы ведете себя не очень корректно.
Александр, давайте... я не знаю, у вас по очереди. Да, Александр, покажите нормально. Мне, вот, да, где у вас зафиксировано, что вам угрожали. У меня есть два свидетеля в автомобиле. Этого мало? Два свидетеля в автомобиле мало? Это заинтересованные лица. Чем они заинтересованы? Потому что они вместе с вами находятся. Да я их подвожу. Ладно, если бы у вас были другие свидетели, которые какие вы не другие? Знаете. Как? Я их не знаю, вот их подвожу. Люди, которых вы не знаете. Так я их вообще не знаю. Вы подрабатываете в такси или как? Причем здесь такси? Люди голосовали. Я их взял, они попросили плотину переехать. Да? Вообще люди не знаю. Люди вам заплатят за это деньги, получается? Какие деньги? С чего? Альтруист. Я не скажу. Альтруист. Знакомое слово? Деньги не беру с людей. Документы ваши, пожалуйста. Будьте любезны, я покажу вам документы. Все вызывайте старшего сюда, пожалуйста. Товарищ Вилли, ваши документы, я вам в который раз уже повторяю. Какие вы хотите документы? Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства. И после этого что мы будем делать? После этого мы решим, что с вами делать. Документы ваши, пожалуйста. Что вы будете решать? Я хочу убедиться, что у вас есть документы. А я хочу убедиться, что у вас голова на плечах есть. Потому что так, как вы себя ведете... Вы меня сейчас оскорбляете? Нет, я говорю, хочу в этом убедиться. Вы меня оскорбляете. То, как вы ведете себя... Если вы считаете, что я вас оскорбляю, принимайте меры, действуйте, инспектор. Товарищ Вилли, документы ваши, пожалуйста. Мама родная, что творится у нас на Украине? Ребята, что это за беспредел в центре Запорожья? Как так можно? Скажите. Товарищ водитель, предъявите, пожалуйста, свои документы. Ну как? Ну вы рядом с напарником стояли. Вы видели? С напарником рядом стояли. Вы видели, он тебя вел? А беспредел в чем? Ну как беспредел? Угрожает. Беспредел? Ну угрожает. Говорит, я телефон тебе поломаю. Напарник ваш. Кто? Напарник ваш с вами стоит. Напарник. Какой напарник? Ну напарник с вами, вон, с той стороны ну, где стоит. Там? Какой напарник? Ну что, вот вы за слово ловите? Где ну, там? Что там? Где напарник? Ну вот он. Как он вам угрожал? Ну как, я же говорю, обещал выхватить телефон, вытащить с машины. Но обещание это еще не значит сделать. Слушайте, вы люди в форме, вы вообще такое говорить не должны априори. Что как... не должны говорить? Не пугать граждан, как можно пугать их, объясните. Кто кого пугал? Вы люди, люди сам... А что веселого, инспектор? Знаете, как, вы даже не представляете, как мы с вами повеселимся сегодня. Мне солнце в глаза светит просто. Я говорю просто, ну не представляете даже, как мы будем сегодня веселиться с вами. Вы, вот вы угрожаете мне сейчас? Нет, нет. Чего вы взяли? Смотрите, так, стоит а почему человек вот с оружием один, человек второй, вы при табельном, ваш напарник, и вы говорите, что вам кто-то угрожает. С чего? У вас, смотрите, четыре уважаемых человека. Я вам в который раз повторяю. А я вам в который раз говорю, вызывайте старшего по городу сюда на место. Мы сейчас будем разбираться по данному факту остановки, угрозы и вашего бездействия, как сотрудника МВД. Вызывайте. Я все расскажу, все опишу. Так расскажите мне вызывайте. Сейчас, в каком бездействии? Или мне вызывать? Вызывайте. Держи. Вы не переживайте, я уже точно никуда от вас не уеду. Извиняюсь, как вас зовут еще раз? Можно? Как вас зовут? Я уже представлялся вам. Ну, если вам не трудно. Моя Михнов фамилия. Михнов? Да. Вы старше наряда этого? Это наша местная наша милиция, вот, которая... Или нет? Это милиция, вот говорю, которая здесь стоит, с ними работает. Это наши местные, запорожские? Это с какого-то райотдела или ниоткуда они? Ну, правильно, но они дислоцируются в Запорожье или нет? Что вы говорите? Руки от меня, я пожалуйста. Снимаю, пожалуйста, не надо. Ребят, пожалуйста, я вас очень прошу. Я дальше продолжу. Посылайте там. Да. Как вас зовут? Меня Саша зовут, ребята. Вот смотрите, Александр, меня зовут Михаил. И, как бы вам. А где ваш, который был третий? А, вон он сидит. Смотрите, Александр, вот давайте без камеры. Нет, пообщаемся. Нет, ребята, без камеры общаться мы не будем. Ну а чего? А я объясню почему. Потому а вы что не если. Вы можете общаться без камеры? Послушайте секундочку. Чего? Если, ну, вы хотите высказаться или выслушать? Я хочу вам высказаться. Говорите. Вы не можете общаться без камеры. Вас это смущает. Да вы чего это боитесь? А я объясню вам чего. Ну, так от чего? А, да, можно объяснить? Давайте мы сейчас подостаем камеру. Давайте и я объясню. Я не против. Ребята, ну, так, я не а против. На каких основаниях вы меня вообще снимаете? Я вам объясняю, есть закон о милиции. Правильно? Конечно. Можно я скажу? Вы задаете вопросы и не даете ответ. Давайте. Есть закон о милиции. Работа милиции на сегодняшний день является гласной. Любой человек имеет право фиксировать работу милиции. Это... Спецподразделение снимает. Ребята, вы милиция, вы подчиняетесь закону о милиции. Подчиняемся. Я вам еще раз говорю, ребята, есть простая милиция. 24 раза вы можете спецом милиция. Быть.
вы можете быть 24... Есть спецмилиция, спецподразделение. Хорошо. Милиции, которое... Хорошо, тогда, пожалуйста, хорошо, обжалуйте мои действия в суде, если вы не согласны. Мне это не нужно, зачем я буду обжаловаться? Я же не такой, вы задали мне вопрос. Я буду не просто жаловаться, я это еще покажу людям, чтобы они увидели и посмотрели, как спецподразделение, которое вы так за себя так гордо говорите, как оно себя ведет. А как ведет? И как ваш напарник угрожает человека с машины вытащить и поломать телефон. Как так можно вообще такое говорить людям? Как? А что такое это ой-ой-ой? Ужас. Вы стоите при оружии, вы при власти, и вы позвали... При чем здесь оружие? Я вам объясняю. Не хватало! Ну, так не хватало. Этого же не было, не было. Что, мне спасибо за это сказать? Да не надо спасибо. А за что? За то, что... За что сказать спасибо вам? Нет, за то, что вы угрожаете мне? А это не... Ребята, это не имеет значения. Вы отказываетесь показывать документы. Я сказал, на законных основаниях. Для этого, секундочку, есть сотрудник ГАИ, который решает, это было законно, незаконно. У него есть процедура. Это остановка двух понятых, фиксирует, отказ от передачи. Вы помогаете, вы спецрота, никто не против. Стойте рядом и охраняйте этот процесс, чтобы никто там ничего не выхватил, чтобы все было нормально. Но извините меня, вести так, как вы себя вели, это не то, что непозволительно. Боже мой, это ужасно. Вы милиционер. Как можно людям угрожать вообще? Я что, подавал признаки, что у меня оружие, там автомат я достал или что? Ребята, так что значит, откуда кто знает? Давайте сейчас всех просто стрелять. Мало ли, вдруг в БМВ сейчас едет террорист. Ну как так можно думать? Я всю Украину проехал. Приехал к себе домой в Запорожье и такое вижу. Я в шоке. Вы не знаете, сколько здесь мы сегодня уже... Ребята, вы знаете, сколько я сегодня, пока доехал, таких историй страшных слышал? Сколько мы тут задержали, и кого мы тут вытаскивали, и какие все ужасные? Так давайте сразу в голову стрелять. Просто стрелять в башню. Мало ли что там за придурок. И будем открывать багажник и смотреть. Ага, нету, ладно, тогда в кувет. Ну, ребята, вы абсолютно не правы. Вы конкретно, вы так нельзя себя вести. Нельзя. А снимаю я только потому, что вы только при камере становитесь людьми и начинаете работать. Ребята, мы не будем дискутировать. Я бы тоже посоветовал вам, пожалуйста, вызывайте, кто у вас старший, я не знаю, там, ваш командир роты, взвода, неважно кто. Потому что я бы хотел бы ему в том числе написать бы заявление, которое я хочу, чтобы он меня принял. По факту того, что здесь произошло. Сейчас приедут представители ГАИ, я хотел бы очень сильно увидеть и ваших командиров. Наш командир сейчас находится... Другой, старший смены. Вы явно не сами вышли на прогулку, кто-то у вас есть. А мы на прогулке сейчас. Ну, кто-то вас поставил сюда? Ну, старший, разводящий. Поставили. Пусть нет, он приедет. Разводящий. Ну, кто этот человек, командир у сегодняшний? У нас есть конкретные... Ладно, я понял. Хорошо, я не против. Я понял, хорошо. Так, здесь надо... Здесь. И здесь, да? Внизу текст. Еще здесь, да? Да. Ладно, это сцена. Вот, мною прочитано, подпись на линии целая. Угу. Здесь, подпись. На линии целая. Угу. Да? Спасибо большое. Всего доброго. Все.